Какой ты офигенный. А ты кто? Что с тобой случилось? Откуда у тебя такой комплекс неполноценности? Ты играешь чувствами первокурсниц, чтобы самоутвердиться? Это низко. Тебя что, в детстве не хвалили? Мама не восхищалась твоими рисунками. Или папа не приходил на твои выпускные. Тебя дразнили за отсутствие лобковых волос? А в любом случае, тебе стоит измениться и вести себя по-человечески. Хватит быть чертовым ходячим клише.